разговоре вы не знакомы с абхазским авангардом. Совершенно неожиданно мы попали на выставку сухумских авангардистов 80-х годов. Тут картины из частных коллекций. Почему именно этот период? Со слов директора Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии, потому что это предвоенное время, романтизм, свобода духа, творчество. Время, когда ослабла цензура. Выставка продлится до 4 августа.